heroic thing we can do now. Look the truth in the face. The Night King is coming. The dead are already here. Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о грядущем сражении с армией мертвых и о том, какие сюжетные повороты готовит нам новый эпизод. Думаю, мало кто из нас ожидает, что события битвы будут разворачиваться по плану, придуманному Джоном, и именно так, как предполагает Бран. Помните слова Тириона о том, что даже самые умные люди порой имеют неосторожность переоценить свои способности, а Бран, очевидно, посчитал себя умнее всех. Эй, Валера, ты чего такой грустный? Да вот создал канал на Ютубе. Меня никто не смотрит. Открыл магазин в Инстаграм. Никто не покупает. Аудитории вообще ноль. Я реально не знаю, что делать. Да ну, чувак, не грусти. Есть один сервис, который стартанет твои проекты, как ракеты Илона Маска. И что это за сервис такой? SMM Craft. Переходи по ссылочке в описании и стартуй уже. Итак, давайте обратимся к промо третьей серии восьмого сезона. Начинается промо с закадрового голоса Сансы в начале ролика, который говорит, что самое героическое, что они могут сделать, это посмотреть правде прямо в глаза. Она, скорее всего, подразумевает, что почти все главные персонажи должны погибнуть в этой битве. И сейчас присутствующие на совете смотрят в лицо собственной смерти. С одной стороны, действительно, большинство персонажей «Игры престолов» вполне справедливо заслуживают смерти. И по моему мнению, есть всего пара ключевых персонажей, которые должны дожить до последних эпизодов. Тормунд, прибывший с Дондарионом из последнего очага, сообщил Джону, что времени у защитников Винтерфелла остается до завтрашнего рассвета. Но звучит это так, словно с рассветом закончится и сама битва нежити с последними людьми на севере. Однако большая часть событий, как мы видим, будет происходить в темноте. Возможно, белые ходоки намеренно создали ледяную бурю, чтобы дезориентировать армию Джона и скрыть за непроглядным туманом свои маневры. Если вы увеличите до максимума яркость на своем мониторе, как поступил я, когда делал это видео, то тоже сможете внимательно рассмотреть каждый кадр. И сразу же возникает вопрос, каким же составом будут встречать белых ходоков защитники Севера? Итак, перед нами стройные ряды безупречных во главе с Серым Червем, вооруженные копьями с наконечниками из обсидиана. Затрудняюсь посчитать, сколько их осталось у Дейнерис, но думаю, не меньше нескольких тысяч. Также нам показали выстроенные трибушеты и огромное войско дотракийцев на передовой линии. А вот на следующем кадре мы видим Джона Сноу и Дейнерис, взирающих на все издалека с какого-то холма. Скорее всего, они прилетели на драконах Дейнерис, ведь как мы помним, Джон так и оседлал дракона в первом эпизоде. Думаю, что они оказались там, чтобы оценить расстановку своих сил и первыми заметить приближение врага. Сэм Тарли, как я понял, в окружении безупречных на этом кадре. Однако не думаю, что у этого персонажа будет много экранного времени в битве за Винтерфелл. Скорее всего, он будет помогать своим союзникам внутри цитадели. Далее мы видим Сансу и Арию, а также Сира Давоса на стенах, идущего сквозь солдат северян. В крипте укрылись Варис, Лили и маленький Сэм, а также девчушка, так напомнившая луковому рыцарю горячо любимую им Ширен Баратеон. Кадр очень размытый и сложно сказать, под статуей какого именно Старка они сидят. Думаю, на это лучше обратить внимание во время просмотра самой серии. Скорее всего, это верхний уровень крипты. Само подземелье уходит глубоко и разветвляется под всем строением крепости. А как же теория о том, что мирные жители Винтерфелла неосмотрительно укрылись прямо в склепе с мертвыми, и появление белых ходоков вполне способно разбудить всю ныне почившую династию Старков? Я напротив думаю, что спрятаться в крипте было чуть ли не самым разумным решением северян. Хотя бы по причине того, что Старки, заботясь о сохранности останков предков, соорудили двери из очень толстого металла и использовали древесину, устойчивую к возгоранию. Так что фамильная крипта, пожалуй, самое безопасное место в Винтерфелле. Так как с мирными жителями будет Лили и маленький Сэм, которые всегда выходили сухими из воды, да еще и маленькая воинственная девочка, полагаю, с ними все будет в порядке. Конечно, армии Джона не удастся удержать мертвецов за стеной, и во двор замка вся эта нежить все же проникнет, но стены крипты едва ли падут, так что не думаю, что людям внутри будет угрожать опасность. Тирион, вопреки приказу Дейнерис, находится где-то в другом месте, а Джорах Мормонт, вооружившись губителем сердец, фамильным мечом Тарли из валерийской стали,
любезно предоставленным Сэмом, верхом на коне где-то в самой гуще событий. Он пообещал Сэму вернуть меч, однако, учитывая масштаб предстоящего сражения, с трудом верится, что Сэму не придется потом искать его на поле брани самостоятельно. Как и говорил Джон Сноу, король ночи приближается. Как мы видим по выражению лица Сноу, явно ошеломленному происходящим вокруг, придуманный им план не учитывал, что иные приведут с собой настоящую бурю, мешающую обзору, и палить из требушетов по врагу придется вслепую. Судя по лицу Джона Сноу, в данный момент он увидел нечто такое, во что не может поверить, и это явно повергло в шок командующего. Смесь ужаса и удивления в его глазах, вероятно, от чего-то еще, не предусмотренного планом. На следующем кадре мы видим расстановку отрядов, ожидающих прибытия мертвецов. На передней линии орда дотракийцев, прикрывающая требушеты. Интересно, а излюбленные ракхи кочевников тоже инкрустировали драконьим стеклом? У подножия стены расположились войска безупречных, вооруженных стараниями Джендри, копьями с наконечниками из обсидиана, и северян, судя по высоким щитам. Третье войско, скорее всего, принадлежит долине Арен, откликнувшихся на зов Сансы. Не совсем ясно, почему конница стоит впереди пехоты и кто будет защищать требушеты, но да ладно. Далее нам показали окровавленную и, судя по всему, изрядно напуганную Арию, удирающую по коридорам замка, скорее всего от прорвавшихся внутрь иных. И у Безликой почему-то нет оружия, которое Джендри сделал по ее особому заказу из драконьего стекла. Возможно, она обронила его во время погони. Следом за этим мы видим безупречных, стоящих на подходе к замку, и надвигающийся на них туман. Вероятно, это означает, что армия мертвых совсем близко, и магическая буря, призванная королем ночи, чтобы дезориентировать армию Джона, становится все плотнее. Это создает серьезный перевес сил в сторону ходоков, ведь морозным штормом они закрыли свою армию от драконов Дейнерис и Джона. И непонятно, каким образом теперь бурерожденной использовать пламя Дрогана и Рейгаля, чтобы не сжечь свою собственную армию. Пес с новым топором из драконьего стекла вместе с Бериком, вооруженным своим пылающим мечом, находятся внутри замка, и похоже, что они преследуют кого-то в темноте. Света, излучаемого клинком жреца Красного Бога, недостаточно, и персонажи передвигаются очень осторожно. Достаточно сложно понять, что происходит в этом кадре, но если приглядеться, то на спине дракона видно хрупкую фигуру с развивающимися белыми волосами. Скорее всего, эта мать драконов прижимается к спине Дрогана, чтобы избежать порывов ветра. Дейнерис пытается прорваться сквозь гигантскую морозную пелену, нависшую над полем боя, и направляет дракона как можно ниже к земле. Не думаю, что это король ночи, как некоторые посчитали, посмотрев промо. У Визариона совершенно другой оттенок чешуи, и глаза стали пронзительно голубыми после того, как король ночи воскресил его. Также Визарион гораздо крупнее Дрогана, и после оживления обзавелся массивным гребнем и ледяными шипами, которые выглядят весьма устрашающе. Пока безупречные готовятся отражать атаку мертвецов, Теон в Богороще со своими железнорожденными готов защищать Брана. Его стрелы тоже усилены наконечниками из драконьего стекла, благодаря стараниям Джендри. Далее мы видим, как Джон обнажает длинный коготь неподалеку от какого-то дерева. Им вполне может оказаться чардрево, и вероятно, Сноу тоже поспешил в Богорощу, чтобы защитить Брана. Сложно предполагать, но я думаю, что вряд ли Джон окажется где-то слишком далеко от Винтерфелла в этой серии. Интересно, что когда Дейнерис поворачивается к Джону и говорит «Мертвый уже здесь», на ее лице те же эмоции, которые мы впервые увидели во время их последнего разговора в крипте, когда Джон открыл ей тайну своего рождения. Полагаю, Дэнни не слишком обрадовалась еще одному претенденту на Железный трон. Бриена во главе рыцарей долины яростно кричит и призывает стоять до конца. На лице Джейми явный ужас. Скорее всего, нам показан момент непосредственного столкновения двух армий. Знаю, что многие поклонники книжной серии надеются увидеть в строю армии Короля Ночи гигантских ледяных пауков, более привычное средство передвижения для ходоков. Я бы не слишком на это рассчитывал, но как знать, никто еще не видел всю армию мертвых полностью, так что возможно, это окажется очередным сюрпризом от Короля Ночи. Однако уже известно, что мертвецов сопровождают ледяные гиганты, и отряд Сноу встречал возвращенных к жизни медведей, так что может, помимо своих лошадей, ходоки воскресили и других крупных животных. Это было бы очень круто.
Многие обратили внимание на этом кадре, что из ровного ряда копий, которыми вооружены ходоки, выбивается фигура, в руках которой оружие с изогнутым ледяным клинком. Сразу же начали появляться догадки, что это и есть король ночи. Скорее всего, это не так, потому что у короля ночи абсолютно точно нет бороды, а у этого персонажа она есть. Предположительно, это кто-то из двоюродных братьев Лили. Как мы помним, все дети Крастера мужского пола по уговору обращались иными в белых ходоков. В трейлере «Короля ночи» нам не показали, но Джон и его советники рассчитывают, что «Король ночи» придет за Браном в Богорощу, на что и нацелен их план – заманить главного иного, отделив его от основных сил мертвых, используя младшего Старка в качестве приманки. Тирион на протяжении всего сериала часто говорит пророческие вещи. Вот и сейчас, во время разговора с Джейми на стене, он задумчиво произносит: «Я совершил ошибку, обычную для умных людей, недооценил противника». Что если Бран тоже ошибся в своей уверенности, что король мертвых вообще придет в Богорощу и окажется уязвим для поджидающих его союзников? Его незримая связь с командиром армии мертвых может обратиться против самого Брана. Едва ли король ночи лишен разума и движим инстинктами. Он весьма не глуп, и когда пытался убить всех трехглазых воронов, то по большей части преуспел в этом, ведь только древнее заклинание детей леса укрывало предшественников Брана в пещере от взора короля ночи. Однако Бран самовольно отправился в прошлое без своего учителя и неосмотрительно позволил королю ночи оставить на себе метку, чем и выдал местонахождение трехглазого ворона. Также мы знаем, что Бран еще не в полной мере владеет своими способностями и только учится управлять своими видениями, в отличие от короля ночи, использующего свою силу уже много веков. Так что полагаю, Бран явно недооценил своего противника. Да и Джон Сноу описывает свой план таким образом, словно это не такая уж и глобальная проблема. Мы просто убьем короля ночи, и вся его армия в тот же миг падет. Думаю, очевидно, что так легко у Джона победить короля ночи не выйдет, и весь план полетит к чертям. Напишите мне в комментариях, как вы считаете, какие действия предпримет Король Ночи в следующей серии, чтобы сорвать план Джона и Дейнерис. Согласитесь, Король Ночи может просто направить свою армию на Винтерфелл, появившись буквально на несколько минут на экране и спокойно дождаться, пока его подопечные сотрут все живое в крепости. Недаром в Вестеросе еще живы легенды о бесконечной ночи и всепоглощающем холоде, что косвенно может намекать на победу белых ходоков. Битва за Винтерфелл – это отличная сюжетная развязка для многих персонажей. Здесь просто не может быть обычной бойни со стадом безмозглых мертвецов. Также не стоит забывать, что некоторые из ключевых фигур во время обороны крепости могут погибнуть и продолжить сражаться уже на стороне иных. Не думаю, что все павшие в бою будут тут же воскресать, однако каких-то второстепенных персонажей, обращенных ходоками против Винтерфелла, думаю, мы увидим. Давайте вернемся к живым и лучше поговорим о том, кто из героев уж точно переживет эту ночь. Какие персонажи не полностью развили свою сюжетную линию, и им еще рано выбывать из Игры Престолов. По моему мнению, это будут Дейнерис с Джоном и, вероятнее всего, один из драконов. Думаю, это будет Дроган. Также в живых должны остаться Арья, Сэм Тарли и Лили с маленьким Сэмом, Тирион и юная Лиана Мормонт. В прошлом эпизоде нам наконец-то показали призрака, лютоволка Джона Сноу, и думаю, что он умрет, сыграв свою последнюю роль в этой битве. Возможно, он погибнет, защищая кого-то от мертвецов. Кстати, волчица Арьи Немерия все еще жива, и в книжной, и в сериальной версии. Так что мы можем ожидать ее появления во время битвы за Винтерфелл, и это было бы отличным свежим поворотом сюжета. Я очень жду появления Мелисандры и раскрытия ее роли в сражении с армией мертвых. Скорее всего, битва будет почти проиграна для северян. Ряды обратившихся былых союзников будут постоянно расти, и Джон с остатками войск начнет отступать. Вот тогда-то и появится неожиданная помощь. Это могут быть рыцари долины или жрецы Красного Бога, обрушившие всю мощь и гнев своего владыки на армию короля ночи. Помните, как Мелисандра предсказала собственную смерть в разговоре с Варисом накануне отправления в Валантис? Она заверила бывшего мастера над шептунами, что обязательно вернется, чтобы умереть в этих странных чужих землях. Впрочем, она не упустила возможности предречь смерть на севере и самому Варису. Дайте мне знать в комментариях, что вы думаете о роли Мелисандры в битве за Винтерфелл. А на этом у меня все. Если вам понравился этот выпуск, то не забудьте оценить его, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Спасибо за внимание. Пока!